ненормальная. Что? Ну, по ночам заснуть не могу. Да она же как я. Не хочу, чтобы другие обо мне переживали. Вот и не рассказываю никому. У меня есть друг, Укагава. Давно с ним общаемся, и он единственный, кому я рассказывал. Если не против, я напишу ему. О, ага. Ну а теперь просто ждем. А ведь все-таки хорошее это местечко. Но тогда ясно. Я никому не расскажу и мешать тебе тоже не стану. А ты, в отличие от остальных девчонок, здесь бывать не боишься. Ну да. Как-никак. А этот слух я же придумала. Что? Так это твоих рук дело?